Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня у нас с вами на повестке дня база внутри Эндермена, которую мы сегодня построим вместе с Леской и Нубиком против огромного цунами. Однако что-то мне подсказывает, что этот цунами можно будет избежать просто на изи, потому что Эндермен кое-что боится. А что именно, ты прямо сейчас пиши в комментариях, и мы узнаем, насколько ты профессионал в Майнкрафте. Да-да, давай, не стесняйся, спускайся вниз и пиши, чего боится Эндермен. А после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом. Говорят, каждый лайк приближает лето ровно на 1 минуту. Друзья, в общем, давайте, пожалуйста, реально наберем много лайков, чтобы лето поскорее пришло. Мне так надоело то, что на улице постоянно минус 20 градусов. Хочется реально, чтобы было тепло, светило солнце и так далее. Надеюсь, то, что мы с вами это сделаем. А те, кто из вас еще не подписан на канал, жмите на красную кнопку подписаться, чтобы потом отсюда ничего не пропускать. Устраивайся поудобней, заваривай чаек. Приятного тебе просмотра. Быстрее плывем! Это цунами вот-вот нас сейчас с нами настигнет и все нас перевернет просто на этих лодках. Нам нужно срочно какую-то базу построить. Да, остров есть, отлично. Сейчас что-нибудь там забубеним по-быстрому, какую-нибудь базу прикольную. Надеюсь, что только успеем. Ух ты, посмотрите туда. Куда? Вы это видите? Это Эндермен, что ли? Да, реально, смотрите, он становится все виднее и виднее. Да, это... Офигеть, слушайте. Откуда он такой здоровый здесь появился только? Обалдеть, вы представьте, сколько надо всего, чтобы построить вот этого гигантского эндермена. Да ладно, пофиг на эту лодку. Нам сейчас главное, чтобы базу построить. Офигеть можно. Слушайте, издалека он кажется не таким большим, а когда подходишь ближе, он просто... Посмотрите, какой он гигантский, это вообще. Смотрите. Я застряла в какой-то фигне. Боже мой, что вы там делаете постоянно? Застреваете еще постоянно. Какая-то лодка еще куда-то в океан совсем уплыла. Это пески, все, Леска, жесть! Как она туда ушла? Нубик, давай копай быстрее. Я за лопатой. Я за лопатой в сундуке бегу. Там по-любому лопата должна быть. Леска, живи, живи, живи. Нубик, 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 держи Леску. Держи ее за пятки, там, не знаю, чего-нибудь где-нибудь. Леска, ты дышишь там еще или нет? Да, дышу, дышу. Сейчас. Так, так, так. Как у тебя по здоровью-то? По здоровью быстро, нет, у тебя тратится там все или нет? О, погодите, стойте. А что, Леска вышла, Нубик пропал, что ли? Нубик! Нубик, нет! Ты что такое-то? Нубик, сюда двигайся в сторону. Да-да-да, сюда, сюда, сюда. Все, правильно, правильно идешь, правильно. Так, Леска, давай, копай, копай, копай. Я лопату взял. Е-е-е, давай влезай отсюда. Влезайте, вы обалдеть можно. Реально? Зыбучие пески какие-то. Побежали скорее. Я первый раз в такой. Погнали. Я тоже первый такой вижу вообще. Офигеть можно. Так. Так, ну что, давайте, наверное, сегодня попробуем, получается, построить базу против цунами в этом гигантском эндермене. Давайте, давайте. Мне кажется, то, что, возможно, даже цунами не достанет до верхушки эндермена и... Так, что у нас тут вообще есть? Так, да, есть лестницы. Не забудьте ножницы взять, вот, хорошо. На всякий случай. Так, так, двери я тоже сразу забираю, и я сразу заберу стекла, если они здесь таковые вообще имеются. Так, вот. И стекла заберу есть, еды. Заберу хитрые. Еще немного еды. Так, я тогда сразу беру интерьер, так. Да? Как, ага, стекла у нас маскировочные получаются, очень классные. Так. Так, лопату я взял, мне нужна вот только кирка и топор. Я беру, так, беру, все, я побежал. Секунду. Я побежал строить этого гигантского эндермена. Давайте сделаем базу внутри тела, еще на голову сделаем выход, и там какие-нибудь штуки прикольные поставим. Давай, давай. Так, а что там осталось-то еще? Так, я пироги взяла, если что, в общем, я поделюсь. Так, у меня тоже есть. Берите, делите между собой, мне не надо пироги, я уже все взял. Короче, так, мне ничего не надо. Наверное, тоже когда тонул, да, в смысле не надо? Нубик, ты что, пирожочки не любишь, что ли? Давай, бери. А, надо, надо, ну все, тогда отлично. Да мы там когда-то были, у меня там так, вообще три стопы, я тут немного эндермена не в ту сторону сломал. Ё-моё, слушайте. Что случилось? Эндермен такой, короче, мелкий, он вроде высокий, но места у него вообще внутри нет, я вам серьезно говорю. Я не знаю, что мы с вами делать будем. И возьмите с собой свет сразу, потому что тут срочно нужно все осветить. Тут вообще ничего не видно, тут очень темно. Так, что вы там делаете? Да, так, что тут такое еще? Окно какое-то непонятное. Нубик, ты что-то там не понимаешь, по-моему. Так, так, а здесь у нас... Так, стоп, Нубик, подъем ножницы, получается, да? На 2. Да. А что-то случилось-то у вас? Да нормально, что-то у нас тут переполох. Давайте быстрее поднимайтесь сюда, потому что так, я вообще ничего не вижу. Здесь ничего не видно внутри этого эндермена. Реально, если Нубик, ставь свет. Вот он огромный, а если оттуда упасть, тут все, считай, крышка. Так, давайте, дела, давайте, дела, ставьте, короче, все. Нормально, так, ё-моё, вообще ничего не вижу, просто, я не знаю. Так он сам чёрный, считай. Ё-моё. Да тут вообще, как-то не знаю, сейчас, реально все очень плохо. Сейчас всё, так, ставь лампочку на потолок куда-нибудь, вот туда. Видно? Только не сюда, короче, а так, в сторону отойди куда-нибудь, я сейчас это буду лестницу дальше делать. Упасть, ничего не видно, надо сделать как можно больше этажей. Так, что, где лампочка-то у нас? Ага, все вижу.
Так, в сторону отойдите. Так, сейчас мы... Опа, все, ну хоть что-то видно будет, слушай, наконец-то, все. Получается, смотри, вот это наша комната, все, максимальный размер, да? Ну, не максимальный, конечно, так, смотрите. Да, вот туда мы не откопаемся. Ага. А, придется делать просто много-много-много этажей. То есть как-то так придется делать по-другому. Где? Тут я кухню поставлю. Делайте как хотите, ладно, только просто очень плоская, но зато как бы это, многоуровневая база получится. Мне кажется, так, прикольно, у каждого я может я быть свой этаж. Сделаю гостиную там туда. Да, давайте, а пока комната тут у нас за бубенью тоже по-быстренькому. Так. Нубик тоже там бубенит, бегает постоянно, бубенцы своими этими там. Так, у нас так, Нубик, смотри, ширин... только шипы тут не наведи, места мало, и тут очень это, быстро все распространяется, короче. Так, раз, так, отходи, два, так, и лестницу я дальше так, продолжаю, делаю следующий этаж. Интересно, сколько нам у нас места осталось, сколько мы так этажей сможем сделать? Мне кажется, 3-4 этажа. Не знаю, уже мне так нормальная высота. Я говорю, так, может быть, мы окна сделаем, а то как-то так, темно. Так, это лишнее, да, окна я сделаю. Просто у нас окна специальные такие, через которые с одной стороны все видно, а снаружи, то есть даже никто не узнает то, что в этом эндермене есть база. Только лестница будет выдавать и все. И а так никто главное, ничего так вообще высоко. Не узнает. Слушай, интересно, когда цунами начнется, его не снесет, он же у него ножки тоненькие. Ну вообще, эндермен как бы не переносит воды вообще в Майнкрафте, так что я не знаю. Но мне кажется, этому эндермену будет пофигу. Он настолько большой, то, что он даже самого эндердрагона дракона, мне кажется, не боится. Ну, так, да, опа, все. Так, смотрите, так, третий этаж тоже готов. Я сделаю сейчас... Смотрите, я сделаю отверстие сейчас, получается, здесь повсюду. На каждом этаже будет окно открыто. Вы не трогайте, это все для стекол подготовлено. Ладно. Так, опа, все. Так, смотрите, окно здесь. Да. Получается, нужно ровненько-ровненько сделать. Смотри, так, четверное окно вот с этой стороны. О, отлично, так, кстати, и окно, получается, у нас обзор? Будет... Слушай, обзор самый вот лучший здесь. Балка, который у нас только был. Все, так, тут немного так... косо получилось, но ничего ладно, страшного. Так, все, я сейчас вернусь. Да, сейчас я приду. Так, смотрите, что у нас еще там, где у него... Ага, тут голова начинается. Слушай, у него в голове можно очень много чего интересного, прикольного сделать, или... Я не знаю, у вас много еще там инструментов всяких осталось? Если, подожди, смотри, я знаю, что сделать. Чего? Тут будем кушать. Так, погодите, скажите мне, у вас много этих всяких там столов, стульев или нет? Слушай, у меня один диван остался, и получается, я хочу что-нибудь на крыше, давай сделаем, зонтик. Да, идите на крышу. Так, я пойду пока что окнами тогда займусь. А, стеклами, так, все уже, и да, вот сюда. Получается. Так, да. Так, все сюда и сюда. Так, как мне логичнее, правильнее будет это все сделать? Так. Я начну, наверное, пониже, и потом, если что, сейчас, всю эту землю подожди, уже сломаю. Наверху, я сейчас поставлю так, здесь это. Раз, два. Так, маскировочные стекла готовы. Все, слушайте, вообще не беспалевно. Максимально беспалевно, никто ничего даже не узнает. Так, слушай, сюда поставим. О, так, Нубик, аккуратней. Вот так, будет. Так, Нубик, зайди внутрь. Раз, два, три. Опа, Нубик, я... Смотри, прикинь, леска, ты меня не видишь, но... Вернее, да, ты, наоборот, ты меня видишь, но я тебя не вижу при этом. Леска, так, смотри, где-то у нас еще тут окна не сделано. Сейчас, Нубик, погоди секунду, так, сейчас я подойду стойте, к тебе. Стойте, тут прям капец как высоко. Так. Просто жесть. Так, нужно вот сюда как-то упасть безопасно. Так, и при этом как-то там еще окна нужно сделать. Так, спокойно. Спокойненько, так, сюда... Сейчас, опа, землю поставил. Так, ну, так, ты на каком слушайте, этаже? А мне нужно как-то вниз внизу. Упасть. Слышите, мне нужно вниз? Как-то сломать землю, но при этом упасть еще вниз. Потому что я с эндермена не могу спуститься здесь. Я очень высоко нахожусь, и внутрь я уже не... А, не, войду внутрь, погодите. Сейчас о, все будет. Слушай, вижу, я все вошел. Да, круто, очень вообще аппетитно здесь стол он сделал. Так, прикольно. Готово. Так, о, это сюда, вижу. Это сюда. Все, класс, так, еще смотрите. У нас, получается, с вами уже есть 3 этажа. Все, смотрите, то есть, ой, а что там земля осталась, не понял, я же ее убрал, по-моему. Так, не-не, так дело не пойдет, это палевно, как это получается. Слушай, Нобик, а что тут делаешь? Давай вот так вот сделаем, видишь у меня, что осталось? Что там, у вас душевая кабина осталась или что там? Нужно спальню сделать. А, у тебя спальня еще? Ну, кабину я не знаю тогда, куда делать. Тебе эту кабину свою. Так, мы, наверное... Мы тогда в ноге делали, а тут нога из-за не такая, как палка. Так, сколько у нас места осталось? У нас, по-моему, места только не осталось, насколько я понимаю, или осталось. Что у нас тут? Как получается место вообще? Смотрите, у нас получается здесь на самом первом ладно, этаже кухня уберешь, тогда, ладно, располагается. На втором этаже у нас идет спальня, да, с кроватями. Так, тут 3 кровати, видимо, у нас никак вообще не влезет. Да, как-то странно, очень мало места, прям максимально мало места. Прям слишком, по-моему.
Так, туда мы, да, туда тоже не получится ничего сделать. Блин, как тесно. Но это лучше, ну, ладно, чем ничего. Ну, тогда, в принципе, все основное. Ну, вот, конечно, Нубик, наверное, не сможет. Вот, пердулет-то не поставили. Давайте можем в голове у него сейчас очень много места сделать. У него голова-то все-таки побольше, чем все остальное. И можно будет реально, не знаю, хотя бы хоть что-то побольше сейчас сделать. Можно даже будет, в принципе, спальню в голове сделать. Потому что, чтобы кровати все вширь поставить, места нужно так, немало. Посмотрю, вот, что сейчас ой, я ну тут хорошо. Откопаю все. Так, слушай, сейчас, ну, секунду. Спальня... А, убрали спальню, что ли, да? Или что? Или давай перенесем, здесь? Давайте ее в голову перенесем. Хорошо. Сейчас я тут сделаю. Душевую, а? Потому вот. Что, ну куда я еще ее, на крышу, что ли, поставлю? А, у меня уже нет душевой, подожди, а куда делась? Нубик, верни Нубик, душевую. У Нубика, меня. Нубик там что-то делку отставил, непонятно. Нубик, верни на базу, так, пожалуйста. Так, так, душевую, сейчас, Нубик, смотри, я еще дальше, короче, откопаю. Все, тут уже глаза начинаются у него, глаза мы точно ему трогать не будем, а то эндермен без глаз еще это вообще... Еще раковину, выдайте мне раковину, непонятно, пожалуйста. Что будет. Так. Опа, все, так, смотри, кидай это максимальная ширина получается, так, ой. По-моему, еще, да, отлично, смотри, мы можем душевые кабины, кстати, сюда поставить, тут маленькие такие отсеки есть, с одной стороны да? можно унитаз поставить, с другой стороны можно поставить душевую кабину, а лестница будет их как бы ограждать немного, так еще и можно вот сюда расшириться, а, мы да? в голове. А так много, мы что в ли, голове, места? Так, тут вообще много мест, у него же башка большая, а тело да, да. маленькое, тонкое, высокое. Так, ну все, давай я тогда сюда ставлю. Так, сюда так, и вот сюда. Чё? Все, смотрите, вот такая комната получается. Давайте так, здесь тоже, сейчас я сделаю такую штуку. Так, вот так, внимание, опаснейший номер, просто опаснейший номер. Так, аккуратно, так, ты раз, два, вообще, раз, два. Так, все будет нормально, сейчас у меня план есть, как подняться. Вернее, как убрать землю и при этом самому еще не улететь отсюда. Нобик, смотри, так, что он раз, вытворяет. Два. Это а вы что? Ой, ё, вот сейчас я чуть не упал. Реально, что сейчас чуть я не упал. Так, главное, чтобы только под собой блок земли не сломать. Опа, все, смотрите, я все сделал. Все чисто, безупречно, все. Я здесь. Все по ферме, все, здорово. Так, во, слушайте, голова, вот это я понимаю. Вот это я понимаю, тут действительно, это, по-моему, самое лучшее место у него в голове. Так, да, самое широкое. Я пойду посмотрю, что на улице происходит тем временем, смотрите. Потому что мне хочется посмотреть, как он выглядит со стороны. Что у тебя здесь? Это ты куда телек поставил? Это телевизор. Ну ты куда его поставил-то? Зачем? А как мы смотреть-то будем? В упор, что ли, вот так вот? Нубик, ну ты вообще, конечно, за 108-й двор смотришь телевизор в упор, походу. Ну ты, конечно, вообще... О, реально, как смотреть? А что тут лестница? Погодите, что у нас лестница еще как-то повисла тут в воздухе непонятно где? Нубик, убери эту лестницу. Ай, Нубик! Нет! Все, капец. Да ты что? Нубику... А как так-то... Леска, да что ж такое-то? Вы можете отойти все отсюда? Вы просто мешаете мне эту лестницу маленькую сломать. Все Нубик, нормально? Ты, да, ты все по-моему нормально. А Нубик вот этот кто валяется здесь? Отправился. Что это такое? Я тут. Все, Нубик пропал. Что, там это дух какой-то с нами разговаривает. Леска. Тут реально лепешка одна осталась от него. Так, все, пойдемте а говорил, посмотрим, что тут, как со стороны да? выглядит наш эндермен. Все, со стороны выглядит без изменений. Конечно, только зонтики там немного выдают. Но это ничего страшного, если что. Так, Нубик, давай спускайтесь. Леска, ты что там стоишь, куда смотришь? Я не знаю, смотрю, как Нубик спускается. Боюсь, как бы он опять Нубик, не упал. Давай не упади там опять оттуда. О, какие-то а что тут валяется, я не понял. Опа, валяется? цунами появилось. Где, смотрите, где? Оно догнало нас. Вот оно. Вижу, так, вижу. А у нас вижу. Даже лодок с вами не осталось, получается. Да. Я вижу, лодка плывет от цунами одна в одиночку. Я хочу поймать эту лодку. Давай, я хочу поймать эту лодку. Главное, сейчас. Песок не попади, слышишь? Нет! Вытаскивайте меня! Вытаскивайте меня скорее! Нубик, быстрее, давайте быстрее сюда идите! Быстрее, черт, боже мой! Два, я ж не успею! Я не выживу! Куда? Я не выживу! Подожди. Я не выживу из этого дурацкого песка! Так. Кто его придумал боже вообще? Мой. Все, нормально, я вылез, короче. Все, дурацкий песок вообще не да, невозможно. Да, Нубик, ты что творишь-то? Нубик, специально ты зачем туда запрыгиваешь? Ты конечно, хочешь остаться там, что ли? Это вообще не шутки. Скажу, это какая-то тут жесть, я конечно, больше ладно. Вообще по этому дурацкому песку, я не знаю, надо выглядываться постоянно. Цунами, смотри, так, слушайте, я по-моему... Пошел. А я успею лодку-то забрать или нет я вообще? Не сейчас знаю. Я... Может быть, так, не так, 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 быстрее. А, она на дно еще упала. Нет, я ее достану. Я хочу ее сможешь, достать. Все, я пошел сюда, значит, ее достану в любом случае. Так, сейчас главное песок не наступать. Все, лодку достал. Только цунами меня накрывает. Я теперь так, боюсь, то, что там? Я задохнусь не от песка, а от того, что вода поднимается так, очень песок, быстро, смотри, короче. Все, я плыву. Вот сейчас да смотри, ладно, успею. Вот темный песок будет, видишь? Да, вижу, все, вижу, ухожу отсюда. Так, смотрю, тут еще какая-то, смотрите, пропасть глубокая. Тут, видимо, кто-то тоже пытался. Возможно, это нога эндермена тут застряла, он просто сломал тут всю землю. Все. Так, все, пойдемте.
Пойдемте внутрь Эндермена. Нубик, ты где? Я вам скажу, какой-то остров. Я в Эндермене смотрю на цунами, огромный, который надвигается. Он внутри уже. Давай, ладно, все, все, окей, ладно, мы тоже идем. Оно, кстати, замедлилось в самый последний момент. Все, но больше пойдем? Оно, наверное, замедляться уж точно не будет. Смотри, ты же не был наверху, я там сделала этим зонтики. Да, кстати, поставила. Не, я там был, когда я стекло в голове ставил, получается. Можно туда так, подняться. Кстати, по-моему, по высоте цунами даже будет ниже, чем Эндермен. Так что, возможно, то, что ничего вообще не произойдет. Нубик, ты зачем постоянно заколачиваешь проходы? Не знаю, что делает нам, да? Вообще, реально, зачем так делаешь, серьезно? Не надо, пожалуйста. Нубик. Чего? Сейчас главное на крыше. Заколачиваешь постоянно. Давай, так, сейчас будет момент истины. Нет! Оно чуть-чуть повыше, представляете? Жалко, как слушай, так-то? Так, знаете, что надо сделать? Смотрите. Сейчас мы земляную коробку какую-нибудь сделаем ему, этому Эндермену. Давайте, помогайте скорее. Так, сейчас я этот барьер попробую по-быстрому забаться здесь. Так, давай, пожалуйста. Слушай, так, главное по всей стороне. По всей длине. Вы нижний уровень делайте, чтобы вниз не затекло. Давайте, быстрее. Я с этой стороны, вы там делайте. Давайте, делайте. Леска, ты не понял, что делать надо. Вот сюда затыкайте землю всю. Так, все здесь есть. Нубик, ты делаешь или нет? Что вы делаете? Отойдите отсюда, нифига не можете сделать, короче. Уйдите, все. Капец, бесполезный просто. Вот так сделали и все, смотрите. Вот так сложно было сделать, что ли? Нубик. А что, землю-то размоет же сразу, мне кажется. Какой размоет? Нормально все будет, это Эндермен. Он к себе блоки притягивает, короче. Все, готово. Нубик, ты не мог вот так землю просто поставить? Что тебе 3000 лет-то просить постоянно надо? Вот и все. Самый настоящий барьер против воды. Смотрите, прям идеально получилось. Не, все, выше не поднимется. Так, а вот этот столб, конечно, было сделать точно зря, Нубик. Слушай, отсюда, получается, можно прям с Эндермена и нырнуть вниз, да? Прикольно. Да, вот так, короче, делаем. Главное только не упасть. Главное только не упасть, потому что снизу там волна идет дальше. Мы даже можем вот этот слой убрать тут совсем. Нубик, что там делаешь опять? Нубик, я тебя слушаю. Нубик. А он меня толкает, ты что-то не толкайся. Ты сейчас, слышишь, столкнешь леску, она вниз упадет самой. Совсем, что ли, обалдел? Нубик, так, а здесь нормально? У нас что? Что у нас земля тут какая-то стоит везде непонятная? Нубик, иди, поплавай немного. Давай, иди, все, нет, не вернемся. Это изгнание, Нубик, пошел отсюда, это наш Эндермен. Ты не достоин здесь находиться, понял? Не пожалуйста, не спасибо, ничего тебе тут не будет. Так, я пойду пока что проверю нижние этажи. Нужно убедиться, то, что с нашим Эндерменом все в порядке. Так, смотрим здесь. Так, все, ничего нигде не притекает. Классно, и у нас даже, смотрите, творит, у нас под Эндерменом, насколько я понимаю, будет огромное пространство воздуха. То есть нас вообще не затопит. Зачем? Что вы делаете там? Да он тебя запечатал в Эндермене, смотри, что делает. Ты... Ну куда? В смысле, Нубик, ты зачем это делаешь? Что он делает? Леск, слышь, убирай давай. Офигеть, Нубик, ты совсем что ли опупел? Иди отсюда, все, отдыхай. Вон там внизу и тусуйся, понял? Изгнан из нашего Эндермена. В общем, друзья, как-то... О, Нубик плывет. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. У нас, мне кажется, получилась очень классная база внутри Эндермена. У меня, кстати, есть лодка, в отличие от лески Нубика, потому что я пошел и достал эту лодку. Но наш Эндермен находится прямо под водой. На связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Не болейте. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. Я добрался, да?